Переставьте, блин. Ты вырубил, да, ты чё? Качать столько, блядь. Да нет, ну почему оно, блядь, это... Настройки. Я вот их в особых... Что там, с торрента скачаешь? К50 у тебя стоит сканирование с квадратом центра? Или какой тебе? К50. Режим тренирования, центральное положение. Так. Блядь, и почему же у меня тут другое? Качай, блядь. Ты даже с какого-то торрента, блядь, хую качал, блядь. Да это мне, блядь, потом придется все игры перекачивать, блядь. Ты там что-то хуя стоит, блядь? А? Ты мне кидай, блядь, скачки, блядь, удалял. Установщик, блядь, поудалял уже. Блядь, что это такое? Почему он планирует заворотный центр? Ну, ну, так у тебя старая версия, блядь. Ты потом начал обновлять, видишь, что ты крил поставил. Я хуй, блядь. Ты скачал, у тебя версия была. Какая? 1.2, блядь. Ну-ка, где это? Ну-ка посмотри, выйди в это в основное меню. Пойдем. А в правом нижнем углу циферки какие? 1, 2, 10, 10 30, 996. У меня там. Я имею в виду, ты скачал старую, знаешь, начал ее обновлять. Может, вот обновление криво стал. Нет, ничего бы не обновлял. Вот скачал, да, с официального сайта. Да, видишь? Да. Ну вот. Может, в этом дело хуй. Также я скачивал К50 с официального сайта, загрузчик сам. Может, ты тоже что-то в торренте укачал бы. Так, еще раз, у тебя как оно на это написано? Тримирование. Режим тримирования, запятая, центральное положение. Ага. А мы сейчас... У тебя внизу пупки.
Далее пилы. Привет. Зачитай, зачитай, как у тебя там написано. Режим тренирования, правильно понял? Вот. А у меня написано тренирование с возвратом в центр. Это одно и то же. Это одно и то же, да. Но почему по-разному написано? А почему по-разному? Может, потому что качал с этого. Он качал Андрюх Старенко, потом обновлял. Он криво встал, как первый, знаете. Может, из-за этого? А может быть, у кого-то из вас версия Черная Кула 2, у кого-то Черная Кула 1, ну, Черная Кула 2 обновление от Черная Кула 1. То есть нет, мы вчера купили. Купили именно вот я, да? Купил. Но я вторые, купил, да, не имея черную, да, и вторые. И ага. Потом. То есть вот версия так... у нас одинаковая, абсолютно все одинаковое. Единственное, что Серега качал с торрента старую версию борта. Потом его обновлял, да, как ты делал, и уже на нее ставил вот эту вот, блядь. И уже все остальные там, и модули, и все модули остальные, да. То есть он обновлял, а я скачал с официального сайта, Бург, у меня уже ничего не обновлял. И у меня триммер работает по-другому. То есть я открываю окошко, Ctrl, Enter, вижу, да, расположение органов управления, нажимаю, и у меня тренирование идет вправо вверх где-то на 2 часа от центра, потом нажимаю еще раз, ну то есть тренирование, он падает у меня на 4 часа, потом на 8, на 7 часов и на 10 часов, сбрасываю, у меня в ноль падает и нос задирает. Это что за, блин, пиздец какой-то вообще. Подожди-ка, а у тебя SSB, у тебя Microsoft, да, Жесть? Да, я и ставлю, а у Вольфа у тебя? А у него 52-й. 52-й. Да. На 52-м будет нормально работать, а на FFB нужно что-то там сделать, блин, такое. Файли, как говорят. Блин, надо на форуме задать этот вопрос. Там какая-то засада была с этим. Видишь? Вот. Андрюшка, ну очень надо, блядь. Как найти эту хуйню? Это, короче, проблема с Джоем, да? Очень надо.
Ну это видишь, это вот говорят, что сами джойстики такие поддерживают, понимаете. Вообще тебе, это самое, Серега, Тунгус, тебе надо тримирование с возвратом в центр снять. А, так, минуту. Потому что это галочку тебе не снимаю. Нужно. Да. Галочку снимаю. Вот, это для джойстиков без обратной отдачи. А на обратной отдаче такого вообще не должно быть. Ты просто ручку зажал в нужном положении, нажал кнопочку, и тебя сразу расслабился. Тебе только осталось поймать это положение, в котором ты только что держал ручку, и все. Опачки, а что такое? У меня в К50 реал. Вообще значения нету, все пустое. Опа, а может ты на игровом режиме летал? Смотри, игровой. Нет, у меня вообще ни на одном самолете ничего нету. Вообще все пустые. Это в управлении, да? Да, это неправильно. Профили захожу. Крю. Блять. У тебя вчера вот так же было. Да можно, если тебе не вправо перезайди. Ну перезайди, попробуй, да. У него просто пустые вообще все эти. Попробуй два, значит, есть два способа. Перезайти, зайти в игру, но если не поможет, тогда придется все перенастраивать управление, но...